Но у тебя в самом начале первого тайма было пару отличных моментов. Что не получилось? Почему не реализовал? Немного не рассчитал, не досмотрел за вратарем. Хотел его немного перехитрить, а он, так сказать, по-нашему не повелся на мою провокацию. И получилось, что вышел победитель он, а не я. Ну, вообще, на первых минутах матча были моменты еще такие, кроме твоих. Что, почему не хотел? Почему сдались? Почему сдались? Почему не додавили? Не знаю, в какой-то степени не хватает опыта, потому что мы команда новая. Мы недавно только собрались, недавно потихоньку узнаем друг друга, и поэтому, я думаю, в дальнейшем будет прогресс и будут результаты, и все еще покажем. Это только начало. А как тяжело, как будете настраиваться на последний матч? Тяжело после двух поражений таких безголевых с вашей стороны? Ну, мы с ребятами и с тренерами соберемся, обсудим наши проблемы, думаю, найдем пути решения и покажем свой лучший футбол в последнем матче.